24 апреля 1913 года прусский подданный Генике, проживающий на Полевой улице в доме номер 10, заявил полиции, что ночью, взломав два замка у двери, в его дом забрались неизвестные злоумышленники, которые похитили две банки ванили весом около полупуда, стоящие 120 рублей. А мы с вами говорим об истории сразу двух исчезнувших самарских улиц с одним и тем же названием – Полевая. Возвращаемся в позавчерашний день и начинаем. У окна не ветер бродит, задувается свеча. Кто-то близкий тихо входит, встал и дышит у плеча. Итак, в апреле 13 года прусский подданный Генике, проживавший на Полевой улице, заявил полиции о том, что в его дом забрались неизвестные злоумышленники и похитили две банки ванили, стоящие около 120 рублей. А вот его сосед Александр Чернышов, проживавший на Полевой улице в доме номер 13, в тот же день явился в полицию и сделал совсем другое заявление. Чернышов заявил, что его товарищи Глеб Лопухов и Дмитрий Петров, проживавшие на Черноморской улице и в Узеньком переулке, 26 марта нашли на Сенной улице в бревнах возле какой-то постройки большую сумму денег, которую утаили у себя, ничего не заявив о ней полицейским. Сейчас же в квартиру Лопуховых был командирован околоточный надзиратель Никифоров. Лопухов-старший сознался, что его сын действительно нашел деньги, которые поделил со своим товарищем Дмитрием Петровым. И он же отдал надзирателю 112 рублей 20 копеек. А еще 70, сказал старик Лопухов, взял квартирант Петрова, Пиманов. Любопытно и то, что никто из потерявших или спрятавших деньги на Сенной улице в полицию за ними так и не обратился. Но Александр Чернышов, проживавший на Полевой улице, мог быть доволен. Нечего его товарищам Лопухову и Петрову хвастаться, дескать, вот какие мы везунчики. Какие вы везунчики, это мы еще посмотрим. А пока расскажите об этом околоточному надзирателю Никифорову. Он везунчиков не верит. Поговорим о пожарах. 11 июня 1913 года около 6 часов вечера на Полевой улице произошел пожар. Сгорели два смежных флигеля во дворах домов номер 60 и 62, принадлежащие Артищевой и Судаковой. Когда явились пожарные, дома были уже в огне. Пожарные принялись дружно заливать огонь, и вскоре пожар стих, а через час огонь был совершенно прекращен. В огне погибло много имущества квартирантов Судаковой и Артищевой. Причиной пожара стало неосторожное обращение с керосиновой кухней квартирантов, снимавших квартиры у Судаковой. В квартире Докучаева взорвалась керосинка «Примус». Виновные были привлечены к ответственности. Убыток от пожара составил около 2300 рублей. Дома были застрахованы в городском взаимном обществе, а вот сгоревшее имущество квартирантов застраховано не было. Около 4 часов дня 8 июня 1915 года на Полевой улице в доме номер 94 от неисправности дымохода загорелся потолок на чердаке. Пожар был прекращен домашними средствами еще до прибытия пожарной команды. А вот какая история произошла на Полевой Поперечной улице весной 1909 года. Героем этой истории стал крестьянин Ванин, служивший в пивной лавке. И однажды вечером, возвращавшийся к своей квартире в доме Афанасьева на Полевой улице. Приближаясь к дому, Ванин увидел неподалеку от него неизвестного, который задал ему незначительный вопрос и, видя, что Ванин идет к крыльцу, скрылся. А подойдя к дому вплотную,
Ванин обнаружил, что замок и пробой из двери выдернуты и лежат на крыльце. «Вот тебе и незнакомец», – сам себе сказал Ванин, сразу обо всем догадавшись. Поняв, что в дом забрались воры, Ванин пошел к другому крыльцу во дворе и постучал там в дверь, а сам вернулся сюда и стал за дверью в засаду. Через мгновение из двери со сломанным замком появился человек. Ванин схватил его и повалил на землю. Началась схватка. В борьбе они оба, и жулик, и поймавший его житель дома, выбрались на улицу. Здесь Ванин начал кричать, сбежался народ и принялся бить задержанного, который оказался крестьянином Катюхиным. Сколько продолжалось это избиение, неизвестно, но досталось Катюхину порядочно. Однако сюрпризы на этом не окончились, потому что, по словам Катюхина, пострадал он ни за что. Дескать, шел мимо дома, тут на него напал Ванин, который принялся его бить. Суд, который состоялся 29 мая 1909 года, так и не смог выяснить всех обстоятельств этого дела и отправил его на доследование. Само собой разумеется, что окраинные пылевые улицы не раз и не два попадали в хронику происшествий. Так, например, сразу два из них произошли на пылевой улице в апреле 1909 года. Так, из квартиры крестьянина Поляева неизвестно кем были похищены сапоги, стоящие 5 рублей 50 копеек. А приехавший в это же время на станцию Самара киргиз Ахмадулин встретился на вокзале железной дороги с неизвестным ему татарином и отправился к последнему по его приглашению в гости на пылевую улицу в дом номер 11, где выпил с ним водки и впал в бессознательное состояние. Придя в сознание, он обнаружил себя сидящим под забором, а в кармане его одежки отсутствовали 36 рублей и 50 копеек. Исчез и гостеприимный хозяин, о котором на пылевой улице не имели никакого понятия. А мы на бывшей пылевой Продольной, от которой к сегодняшнему дню уже ничего не осталось. А ведь когда-то здесь тоже стояли дома, которые продавались, покупались, сдавались в наем и были свидетелями самой разнообразной и активной жизни. Давно ли это было? Кажется, достаточно протянуть руку. Но протягивай, не протягивай, уже ничего не достанешь. Вот, скажем, в апреле 1909 года на пылевой Продольной за отъездом срочно и недорого продавался дом Кузнецова, номер 58. А уже в июле 1914 года неподалеку продавался 82-й дом, и тоже за отъездом и по самым выгодным ценам. А вот в доме номер 128 по пылевой Продольной между Симбирской и Александровской улицами можно было справиться о покупке дачного участка на самом берегу Волги. Участок продавался за отъездом хозяина и стоил 800 рублей. И еще в доме номер 106 по пылевой Продольной улице между Почтовой и Александровской продавалось седло казачье новое. А вот в доме номер 14 возле вокзала нового хозяина ждала лодка моторная трех сил нефтяная. А если лодка вас не интересует, в 16-м доме, правда, в октябре 1915 года, ожидала уроков курсистка третьего курса Фребелевского института. Ну или обратитесь в беженский барак, где ждала занятий опытная кухарка, которая при необходимости даже могла заменить повара. Спросите Софию Гайдук, и дело будет сделано. А вот и другая история, случившаяся на одной из полевых улиц в августе 1913 года. 23 августа около 5 часов утра на углу Полевой
и Симбирской улиц был обнаружен повесившимся на заборе крестьянин Симбирской губернии села Назаркино Михаил Петров Сафронов, 28 лет, служащий рабочим на Жигулевском пивоваренном заводе. Причина добровольного ухода Сафронова из жизни осталась невыясненной, а вот семья повесившегося, состоящая из жены и трех малолетних детей, оказалась без средств к существованию. А вот во дворе дома Морозова на углу Полевой и Троицкой улиц никто не вешался, но в ночь на 17 сентября того же года с этого двора неизвестными злоумышленниками была похищена лошадь, стоящая 105 рублей, которая принадлежала квартиранту этого дома, мещанину Родионову. А вот в ноябре 1910 года на углу Полевой и Оренбургской улиц неизвестные злоумышленники остановили крестьянина деревни Черновки Николаевского уезда Мушникова и сняли с него тужурку, ботинки, барашковую шапку и драповое пальто, в котором находился его годовой паспорт. Оренбургская улица – это нынешняя Чкалова, а Полевая – в данном случае уже знакомый нам Агибалова. О той же самой Полевой Продольной шла речь и в таком, например, объявлении, которое увидела свет на страницах одной из самарских газет в 1913 году. «Модистка ищет работы», согласно и в отъезд. Адрес «Немецкие номера» близ вокзала. О немецких номерах сегодня уже никто не помнит. А вот вокзал как был, так и остался на том же самом месте. А вот и еще продаются яйца «Зимние носки» и куры «Орпингтон» «Белая и Минорка». Обращаться на Полевую улицу в дом номер 30 Грязновой. Увы, из этого объявления трудно заключить, о какой Полевой идет речь. Полевой Поперечной или Полевой Продольной. Да это и не важно, так как, скорее всего, яйца «Зимние носки» тоже уже закончились. Вот так и жили когда-то эти две самарские улицы – Полевая Продольная и Полевая Поперечная, ограничивавшие город с востока и с севера. За первой из них находилась так называемая Цыганка и кладбище, а за второй – Малаканские сады и монастырь. И те, кто на этих улицах жил, продавали лодки и разыскивали пропавших лошадей, ловили жуликов, искали работы. А время, между тем, не стояло на месте. И мы поспешим за ним, чтобы увидеться с вами через неделю. Не туман, красивый, белый, непонятный, как во сне. Он таинственное дело. Нашептать пришел ко мне. С вами был Михаил Перепелкин.